Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Дуда Плей, и мы играем в Brawl Stars, и сегодня мы будем открывать сундучки. Ну а также я тебя попрошу поставить лайк над этим видео, чтобы мне открылась какая-нибудь легенда. Ну что ж, открываем сундучок. Раз, два, три. Я надеюсь, ты поставил уже лайк, чтобы мне что-нибудь выпало. Пожалуйста, поставь его сейчас. И мне выпадет какой-нибудь легендарный, какой-нибудь что-нибудь. Давай, открываем. Раз, два, три. Очки силы. Нита, Шелли. Очки силы. Динамайк. Так, ладно. Играем. Открываем дальше сундучок. Смотрим. Раз, два, три. Ах, монетки. Очки силы Шелли. Очки силы Леон. Так, нет. А, у нас еще 9. 9 есть. Открываем сундучок. Смотрим. Монетки. Очки силы Дэрил. Очки силы Леон. Так, нет. Давайте мега большой ящик откроем. Пожалуйста, если ты еще не поставил лайк, обязательно поставь лайк. Чтобы мне открыло что-то, какую-нибудь легендарочку мне выпало. И тебе тоже выпадет легендарочка, обязательно. Поставь, пожалуйста, лайк, подпишись на канал. Открываем. Монеты. Очки силы Джесси. Очки силы Нита. И еще, пожалуйста. А, очки силы Брок. Ничего не открыли мы. Ладно, у меня еще куча таких есть. Давай попробуем. Раз, два, три, открываем. Монеты. Очки силы Нита. Очки силы Шелли. Эх, давай еще раз попробуем. У меня 7 сундучков. Открываем. Монеты. Очки силы Кольт. Очки силы Бул. Так, ладно. 6 сундуков. Ну, пожалуйста, откройся, откройся. Какой-нибудь новый бравлер. Барли, Шелли. Так, нет, это мне не интересно. Давайте, 5 сундуков еще. Раз, два, три. Монеты. Дэрил. Очки силы Динамайк. Так, знаешь, что мы сделаем? Мы сейчас зайдем еще на путь славы. Забираем вот эти штуки. Очки силы в награду получит боец. Выбери бойца. А, давай Була. Очки силы получит Бул. Да. Он у меня мощный. Надо его прокачивать. Хорошо. Также у меня здесь есть монеты. Давайте заберем монетки. И ящик. Давайте, может быть, здесь кто-нибудь откроется. Откроем. Монеты. Очки силы Шелли. Очки силы Джесси. Так, ладно. И еще, смотри, у меня куча монет. 150 монет. Забираем монетки. Так, ну все, ящик. Надо будет ящик подождать. У нас еще 4 ящика осталось. Открываем. А ну-ка, смотрим. Монеты. Барли. Шелли. Так, нет, никого мы не открыли. Еще 3 ящика. Ой, давайте открываем, смотрим. Монеты. Очки силы Брок. О, Пока, хорошо. Так, и еще 2 ящичка. Давайте попробуем открыть. Открываем, смотрим. Монеты. Динамайк. Очки силы Барли. Нет, Бравлер. Последний сундук, ребята. Так, а здесь есть сундук, интересно? Нет, написано один есть. А, нифига. Ладно, давай открываем последний сундучок. Ну, надеюсь, пожалуйста, откройся к мне легендарочка. Раз, два, три. Монеты. Очки силы Брока. Очки силы Роза. Ничего не выпало? Офигеть, 12 сундуков было. Ёшки-моташки, ну ладно. Знаешь, что делаем? Давай улучшим тогда, где у меня... Вот, Була. Сила у нас... Сила 5. Так, давай улучшим. Урон у нас поднимется. Ох, уровень силы 6 стал. Офигеть. Больше улучшать мы не можем, да? Хорошо. Выбираем. Була. И играем уже не в парное столкновение. Так, а это что такое? Погром? А, ну его пока нету. Так, давайте возьмем одиночное столкновение и играем одиночным столкновением. Хорошо. Так, Була мы прокачали. Прокачали конкретно. Но здесь, конечно, игроки будут мощные. Мощные игроки. Так, тихо, иди нафиг. Так, Кольт, вонючка. Один, не стреляй меня. Так, 9 бойцов осталось. Так, здесь проверим, есть ли здесь сундуки. Так, здесь сундуков нету. Так, а внизу сейчас посмотрим, проверим. Так, тут тоже нет сундучков. Может быть, какой-нибудь сундучок затерялся. Затерялся, сундучок лежит. Так, или Примка бегает. Эй, ты что творишь, а, вонючка?
Ах, убила меня. А, хитрая такая. Давайте последим за ней. О, это бывает. Интернет опять, конечно. Так, Эль Прима или Роза? Роза убежала. Она потому что хилится. А вон ее друг, наверное. А может быть и не друг. А, нифига, смотри, они встали. Видишь, этому нужно сюда подойти, а этот сюда. А, интересно. Да, без толку. Видишь, о! Видишь, каждый боится выбежать. Вот так, Кольт молодец, отбежал. И сейчас Роза будет драться с этим. Как это сказать? С динозавром. О, это может быть друзья? Нет, а нет, не друзья, а может быть друзья. А нет, нифига не друзья. Он убивает ее. Теперь он сейчас оббежит, заберет банку. Ага. И будет опять круги наяривать, да? О, давай, 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 давай. Во, молодец. Это было, значит, они дрались уже, да? Все, было убили. А, тут же не парная, господи, а почему я парная это говорю, думаю? Это здесь же каждый сам за себя. Ну ладно. Понятно. Да, Була, мы будем, короче, улучшать Була. Надо улучшать Була. Так, Шелька бежит. Иди. Не открыла, не открыла. Чё, бесишься? Не бесись. Бесишься. О! Тихо, тихо, тихо. Так, смотри, какая ситуация будет. Это сейчас будет драться с этим. Во! Видишь, какая ситуация. Хорошая. Они, видишь, дерутся, а я буду банки забирать. Ха-ха-ха. Так, три банки у меня. Три баночки. Неплохо. Так, сейчас посмотрим. Убьет она его или нет? Она... Да иди ты нафиг против меня. О. О, я баночки все забрал. Ха-ха-ха, у меня 7 банок. Вот, молодец. Я так и хотел. Я так и хотел поступить. Так, 4 бойца осталось, ё-моё. Так, Шелька бегает. Так, у нас, видишь, одинаково. Одинаково практически. Ё-моё, у неё 6, у меня 7. Кольт, смотри, у Кольта всего лишь 3. На, получай, Кольт, вонючий. Ах, нифига, он меня убил. Кольт, а чё, у меня 3 банки только было, что ли? А куда эти остальные банки делись-то? Слушай. А ну-ка, сейчас этот убьет его или нет? О, видишь? Может быть, одна банка теряется? Нет, быть не может. Вот, 5 кубков я получил. Неплохо. У меня ранг 16. Опыт 27. Вот. Надо мне Була все-таки раскручивать. Блин. Видишь, какая фишка? Вот я Була. Надо было мне Була улучшать постоянно. Была же такая возможность у меня. Да, ну ладненько, будем знать. Бул мне нравится, он мощный. Он очень мощный игрок. Так, а ну-ка, вон, смотри, есть, смотри, Алёшки. Сейчас вот эту баночку открываем, забираем. И идем вниз. А внизу бегает Шелли. Шелька, Шелька. Ё-моё, там сколько у него банок было, кучу. Ой, как хорошо, смотри, сколько у меня здесь целых этих... О, нет, на меня только не иди. Еще один удар. Есть. Так, а куда динозавр пошел? Давай посмотрим. Я посмотрю, куда-то он сюда пошел. А, он за Кольтом бежит. Убей этого Кольта вонючего. Он на меня... Ой, не хочет идти ко мне. Так бы он до меня пошел. Ну, у нас еще куча... А, 6 бойцов. Ну, тоже куча бойцов. Так, Кольт убил динозавра. В одного убил динозавра. Прикинь, молодец. Блин, зря, конечно, я сюда встал. Так, Дэрил, иди нафиг от меня, понял? Ага. Ага. Блин, меня Кольт... Меня Кольт постоянно убивает, прикинь. Вот это Кольт. Блин, надо мне Кольта взять все-таки. А ну посмотрим. Да, его сейчас убьют, Кольта. Идиот, а что ты встал-то? У него выпало 3 банки, у Кольта. Хотя у него было больше, мне кажется, банок. Так, а ну-ка, давай-ка, знаешь, что сделаем? Я выберу сейчас Кольта. Да.
Выберу кольта и буду играть кольтом. Где мой кольт? А, вот он кольт. Выбираю кольта. Выбираем. Все. Попробую сейчас с кольтом поиграть. Нифига себе. Кольт меня выбивает постоянно. Ну, сейчас посмотрим. Сейчас посмотрим. Надо еще уметь. Им еще надо уметь стрелять. Так, сколько у меня? Три хват... Да, у меня раскрученный кольт. Смотри. Он у меня прошаренный кольтик. Это хорошо, слушай. Так, иди нафиг. Чё ты... Ой, убили меня, вонючки. Так, Дэрил. Так, а ну-ка, я сейчас за Нитой посмотрю. Нита, конечно же, видела эту банку. И, а ну... Ой, он Ниту убил. Офигеть, вот эта Нита тупая оказалась. Встала там. Убегать надо было. Так, Шелли. А Шелли ходит, прячется. Вот такая вот у нее стратегия. Прятаться. Сейчас посмотрим, что она будет делать. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, бег. Ох ты, смотри. О, видишь, как она? Убила его и все. А банку ты не забыла взять? Взяла на банку или нет? Что-то я не увидел. Ух ты, три баночки выпало, смотри. А ну, ох, нифига она. Эль Примка, давай, 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 беги. Вот, Эль Примка, смотри, фигачит. Во! Еще один удар, Эль Прима, давай. Он решил супрой. Супрой ее сделать. Ну что ж, а мы ничего не получили, никаких жетонов, к сожалению. Ну, ничего страшного. Ну, на этом будем заканчивать серию тогда. Всем большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока-пока!